Начнем с чего-нибудь не очень сложного. Например, 96 умножить на 125. На 125. Я сначала 96 делю на 8, а потом 125 умножаю на 8. И что у меня получилось? Я умножаю то, что у меня получилось. 125 умножить на 8. Мне так кредит однажды в банке посчитали. Тоже сначала человек глотал слова, а потом...